Всероссийскую акцию «Темная улица» провели волонтеры молодежки Общероссийского народного фронта Магадана, Общественная палата города Магадана и студенты профессионального училища номер 7 областного центра. В мероприятии приняли участие около 20 добровольцев. Акция проводится с 11 января. Основная ее цель – проверка освещенности улиц регионального центра Колымы и населенных пунктов области. Участники проекта «Темная улица» вышли на освещенные и неосвещенные участки Магадана с фонарями. Таким образом, волонтеры показали опасные участки колымских улиц, в которых необходимо улучшить освещение для безопасности жителей. Выявили неосвещенные улицы, которые небезопасны как для детей, так и для взрослых. Первая улица была по улице Колымской. Почему мы выбрали ее из первых для проведения акции «Безопасность детства»? Так как в нее, по этой улице, идут дети в школу. Мы мониторили с утра, это 9 утра, 9:30 утра заканчивали, для того, чтобы определить, все-таки темно ли идти детям, и это темно. Волонтеры отметили, что по улице Колымской, где передвигаются школьники, идет поток машин, нет тротуаров и освещения. Поэтому такой участок требует особого внимания. Участники акции «Темная улица» планируют обратиться в правительство Магаданской области для улучшения условий жизни колымчан.